1-1. 3-2. На коротке. Потом 1-0. Толя, привет. Как привет. Ты себя чувствуешь, болельщики спрашивают? Все отлично, восстанавливаемся. Скоро буду в строю. Как настроение? Отлично. Ну, Никонцев первый. Да? Давай. Первый день. Шабе ждешь? Все побросаем, разорвали. Все команды в разных условиях, поэтому кто как готовится к играм. Да, у нас вчера такой был более спокойный день. Размялись, чуть-чуть потренировались, поэтому больше восстановительный день был. Конечно, оба оказались, как бы сюда, и потом догоняли. Ничего не случилось, красно. Но когда такой момент, они здесь останавливаются. Вообще тормоз вот здесь, в центре. Снова начать правильно играть. Много пропустили, проиграли. Ну и, конечно, надо домашнюю серию начинать с победы. В прошлом сезоне выступал за московское «Динамо». На твой взгляд, команда сильно изменилась, я имею в виду соперника, за это межсезонье? Да, были какие-то изменения. Летом и состав другой, и немножко у них рисунок игры другой. Поэтому посмотрим, как сегодня все будет. Ну, хотелось бы просто победить. Думаю, этого будет достаточно. Лёха! Начало игры достаточно осторожное. Вот бросок первый, сразу же здесь штанга. Маклюков от синей линии провел прочность домашних своих ворот на домашней арене. Те пока выдержали. Здорово, ребят, здорово! А, быстрее делать! Друг под другом открываться, помогать! Они нас закрывают везде! О, да, сел! Да! Все быстрее! Они не отваливают! Они все время на вас! Первый рыкзай в отбойке, должны быть решения!
Давай. А пока Коростелев финтит и на пятака дает бросок к воротам. Коновалов выручает. Коростелев еще бросок. И снова опасно было. Мы проиграли. Осадочек плохой. Не могу сказать, что плохо играли и моменты создавали. Но где-то удачка от нас отвернулась. Может быть, еще усталость после поездки сказывается. Потому что вышли первый период. Они бегут, мы стоим. Провели собрание после первого периода. Начали активнее играть, вроде что-то начало получаться, но шайба не идет в ворота. Надо возвращать удачу на свою сторону. Адел на Рашевского дальше. И Дмитрий пошел обыгрывать на пятак. Классно было. Ну, не забивая, да, или забив там за полторы минуты одну, то на успех очень сложно рассчитывать. Поэтому основная, да, сейчас надо. Надо найти, находить пути к воротам, надо забивать грязные голы, такие с пятака, рабочие. Так у нас за две игры один гол и один, который случайно засчитали. Да, этого мало, поэтому над этим надо работать. А это Лайпциг, который убегает и нет! С линии ворот вытаскивает шайбу Артем Волков. Вот это момент. Да. Момент сверхдинамичный получился. Во-первых, отмечаем скорость Брэндона Лайпсика, который даже не позволил защитникам московского «Динамо» к себе подобраться. Миронов чистую в скорости проиграл. Ну, посмотрите. Я, честно говоря, не думаю, что вратаря будут снимать. Так, а вот 2 в 1 тут получается. Выход Коробки. А где ж ты был раньше-то? Егор Коробкин испортил сухарь Коновалову. Хорошо получилось. Вышли из зоны обороны, контратаки, пробежали, забили гол. Жалко, что не получилось это сделать раньше. Надеюсь, это задел на будущее, что в следующую игру мы выйдем и начнем с первого периода забивать. Какие ключи к тому, чтобы вернуть удачу, ты видишь? Ну, переработать, только переработать. Разбирать видео и перерабатывать.